Привет, меня зовут Антон Кусакин. Это шоу «Антон Нарви». Между прочим, уже 5-й выпуск. В прошлый раз мы с вами ходили на митинг в защиту свободы интернета, который оказался весьма защищенным и весьма свободным. Наш выпуск даже потом никто не заблокировал. Там была прекрасная собака, которая лаяла каждый раз, когда кто-то что-то пытался сказать со сцены. Дело говорит мой оператор Кристина, который боится и ненавидит собак, полностью ее вырезала из выпуска. Сегодня в отместку я привел ее на фестиваль Pet Shop Days, в котором будет очень-очень много собак. Как зовут вашего друга? Как зовут твоего друга? Ваш. Ты не знаешь, как зовут собаку? Катя. Почему ваша собака в очках? Это такой тренд. Мода, лето, жарко. То есть она, эта собака-хипстер, она в очках, которые даже без диоптрии. Да. Вот мой оператор Кристина, она очень боится собак. Что бы вы ей могли посоветовать, чтобы избавиться от этого страха? Сначала знакомиться с, да, самыми добрыми собаками, как Жу. А потом уже со злыми. Так, расскажите, как зовут вашего друга? Какой совет вы бы могли дать человеку, который боится собак? Не бояться собак. Совет нашим зрительницам, как посадить кобеля на поводок. Кобеля на поводок. Когда начинаешь уже с ним гулять или как? Да, да, когда все только начинается. Нельзя не дергать поводок ни в коем случае. Сначала погуляли там немножко под, ну, вокруг домика. Потом уже потихоньку ходим, еще больше там километров прошли. Кобелям, во-первых, надо учить с самого раннего возраста. Отвлекать вкусняшкой, отвлекать игрушкой. Да, хвалить, естественно, это обязательно всегда. И никакие проблемы будут. У меня дома кобель, они не дерутся, ничего, прекрасно дружат. Здрасте. Скажите, а это у вас девочка или мальчик? Девочка. То есть, сука? Да. Скажите, она модель? Моя сука модель, три подруги для куч, это сука Шанель. То есть, это собака, не медведь? Нет, не медведь. Это не медведь. Зовут его Завид Тверской. Завид Тверской? Да. Завид Тверской. Мандан, иди сюда. Малыш. А, это же девочка. Мальчик? А почему девочки? Имя как у девочки? Почему как у девочки? У него имя как у Тони Монтаны. Ох, да, это прекрасно. Седла нет, кататься нельзя. Неприличный вопрос, конечно, для женщины, но сколько она весит? 70 килограмм. Самый маленький шпиц. У девочки 680 грамм, мальчики 750. Расскажите, а что за песик у вас? Зовут его Падишах. В квартире живет, да? Нет, нет, нет. Живет он, конечно, на конюшне. У него есть свой денник, как отдельная квартирка. Ничего себе, мне кажется, сейчас не каждый москвич может себе квартиру позволить. В чем секрет его успеха? Как он смог заработать себе на квартиру? Он хорошо катает детей, дружит с детишками и привозит им медали на соревнованиях. Йоу! Я мог бы долго распинаться про то, какой это крутой фестиваль, как я хотел напугать Кристину абсолютно безуспешно. Но я знаю, зачем вы кликнули на это видео, и я хочу просто, чтобы вы насладились всей этой милотой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, бабушкам, дедушкам про все это. Увидимся!